Всем привет! Сегодня у нас целая гора посылок, целых 15 посылок с сайта AliExpress. Первое, что хотела бы вам показать, это такой вот маленький фиджет-куб. Такой черный с салатом, с веревочкой, кнопочки, вертушечка, которую трудно вертеть, кнопочка, выключатель. Шестеренки и такой вот железный кружочек, шарик, можно сказать. Он очень маленький, компактный, очень расслабляет нервы, сыну понравилось, да и мне тоже иногда, сидя за компьютером, что-то повключать, выключать, понажимать подходит. Моя посылочка — это такой вот спиннер за евро 79, по-моему, он стоил. Лед спиннер салатового цвета, пластиковый. Все огни светятся, как вы видите. Конечно, камера так не передает, как он светится, когда крутится, но довольно-таки легкий, очень классный. Выключается легко, включается тоже. Далее у нас идет пластиковая ручка за 89 центов, мультитул. Здесь у нас для телефона ручка, сантиметр. Далее у нас идет, забыла, как он называется, который по уровню, уровень. Идет, здесь не видно. И далее у нас идет здесь две отверточки. Крестовая и простая. Плоская. Ну вот. Вот такая вот ручка мультитул за 89 центов. Далее пришла сумочка за 3,76. Сумочка для смартфона. Здесь кармашек, карабин на пояс, два отдела, непромокаемая, здесь утеплитель. Здесь у нас идет ремешок длинный, идеально подходит для телефона 5,5 дюймов вместе с чехлом. Можно спокойно засунуть, закрыть. Такая вот сумочка за 3,76, непромокаемая, и зимой будет тепло, телефон не замерзнет. Заказала себе, но мужу понравилось, придется себе еще такую красную заказать сумочку. Заказала за $1,76 такую вот перчатку-чесалку для собак. У меня самоеды собаки, сейчас время линьки. И такая вот перчаточка на липучке здесь. То есть, когда чешешь собаку, шерсть прилипает к этой силиконовой основе и потом просто снимаешь. Сделаю потом тест-обзор, сейчас не могу поймать собаку. Поэтому, как будет время, сделаю обязательно обзор. Ну, перчатка работает, проверена. Просто гладите собаку или когда моете ее, шерсть отлично слезает, не надо мучить собаку. И очень удобная штука. Еще посылочка стоила 44 цента. В ней находятся вот такие вот 6 крючков. Обошлись мне в 44 цента. Я думаю, это очень-очень дешево за 6 штучек крючков. Они на двухстороннем скотче. По 76 заказала себе 10 таких вот прищепок. Они сделаны из проволоки, железные, разноцветные, очень упругие, необычные за $1,76. 10 штучек. 45 центов заказала зубную нить. Вот такая зубная нить в виде брелка. Цвет я не выбирала. Вот здесь вот она открывается. Очень удобно взять с собой в дорогу куда. Советую заказывать. Цена приемлемая. По 44 цента мне обошлись вот такие вот. Каждый крючочек
Или 49 центов, я точно не помню, но 40 с чем-то центов. Вот такие вот разноцветные крючки. Как вы помните, я заказывала полотенчики на кухню. И вот на эти полотенчики нам как раз крючки. Два красных, два зеленых. Жалко, не было оранжевого, но, в принципе, такие тоже сойдут. На двухстороннем скотче, или не на двухстороннем скотче, нет, на двухстороннем скотче прилепливается красивый декор для кухни, я думаю, подойдет как раз. Выдержит до 5 килограмм. Очень полезная вещь, это такие вот лейкопластыри. Они 5 на 7 сантиметров, по-моему. Нет, 5 на 5 сантиметров, извините. Стоили они 86 центов. Это самый дешевый вариант. Здесь, по-моему, 10 штук. В аптечке всегда должны быть пластыри с марлей. Это пластыри с марлей. Вот такие вот пластыри за 86 центов. За 44 цента мне пришли вот такие вот спиртовые салфеточки. Здесь 12 штук. Обошлись мне 44 цента. Ссылочка на них уже, к сожалению, загорела. Больше они не продаются. Но я поищу похожие ссылки. Мне удалось урвать за 44 цента 12 спиртовых салфеточек. $1 мне пришла моя помада. Заказывала 112 номер. Цвет номер 112. Вот такого антона цвета. Вот. Довольно-таки красивая, как бордовая, такая коричневая. Мне нравится. Стоила $1. Дошла быстро. Я посылочка стоила 44 цента. Это мой любимый тональник. Не корректор. Он очень маленький, я его много раз заказывала, он, правда, быстро заканчивается, но он очень классный. Вот такого вот он цвета, Like Skin. Всегда выручает в какой-то ситуации, в дороге там или так быстро подмазать, что за 44 цента такой вот крошечка, советую всем брать. 59 центов мне пришло. Даже 56 они стоили. Вот такие вот средства очистители стекол. Ну, как стекол. Очки чистить. Две штучки за 50, по-моему, 6 центов. Да. Дешево. Последок пришли вот такие вот ножнички за 59 центов. Это в аптечку сложить в походную. Потом я сделаю видео, как я складываю походную аптечку, когда она придет. Ножнички очень классные, маленькие. И всегда пригодятся. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами была Алена Латвия. Всем пока. Всем спасибо за внимание.